Добро пожаловать на канал Hard Resident Info. Это устройство Suunto 7, и сейчас я покажу вам, как с этих часов сбросить пароль блокировки, если вы его вдруг забыли. Итак, вначале вам нужно зажать и удерживать левую верхнюю кнопку. Сначала давайте разблокируем экран, вот так. И нажимаем и удерживаем верхнюю левую кнопку. У нас, как видите, погасший экран, поэтому не получилось увидеть то, что хотелось. А, ну хотя вот, видим, надпись «Выключить и перезагрузить». Но в идеале, это нужно сделать так, чтобы вот экран был включен, и у нас эта надпись сразу появилась. Вот, появилась. Теперь нажимаем на кнопку «Выключить» и выключаем часы. Теперь нажимаем и удерживаем одновременно кнопку верхнюю левую и правую нижнюю. Одновременно эти две кнопки зажимаем, пока не попадем в boot mode. Отлично, мы попали. Теперь нажимаем на верхнюю левую кнопку несколько раз, пока не увидим надпись Recovery Mode. Затем нажимаем и удерживаем верхнюю левую кнопку до тех пор, пока часы не завибрируют. После вибрации отпускаем кнопки и ждем. Отлично, мы видим надпись «Команды нет», кнопка и меню, собственно, recovery, собственно, персоны перед нами. Теперь что мы делаем? Теперь мы свайпом вниз спускаем наш указатель до пункта Wipe Data Factory Reset. Затем слева направо листаем вот таким вот образом. После чего спускаемся еще раз и должен вас предупредить. Часы нужно будет переподключать к вашему телефону заново. То есть на вашем телефоне вы должны будете зайти в приложение VROS, зайти в расширенные настройки и нажать «Удалить часы». После этого вы сможете заново переподключить ваши часы к вашему телефону по VROS. Итак, теперь нажимаем на кнопочку «Есть», тоже обычно таким же образом, слева направо смахиваем, ждем, пока все удалится. И Reboot System Now выбираем, то есть перезагрузить часики, вот таким же образом. Еще раз повторяю, на вашем телефоне VROS приложение, с помощью которого вы подключались раньше к этим часам, вы должны зайти в настройки ваших часов, расширенные настройки выбрать и нажать на кнопочку «Удалить часы». После того, как вы нажмете на кнопку «Удалить часы», нажимаете еще раз «Удалить», и потом уже, когда часы полностью загрузятся, их можно будет настраивать, нажимаете на кнопку «Начать настройку», ну, чтобы просто заново переподключить часы к телефону. А сейчас наши часики будут загружаться и прогружаться. Это продлится достаточно долго, около минут 3-5. Поэтому запаситесь с терпением и подождите, пока Google часики загрузятся. Отлично! Часики полностью прогрузились. Ну, теперь нажимаете Tab to Begin, выбираете язык, ну и по классике. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки. Подписывайтесь. До скорых встреч!